Ну, трапезная церковь. Служба еще идет. Ну вот это место, куда мы ехали. Вот и могила Петра Аркадьевича Столыпина. Здесь так ограда поставлена, что не проникнуть, придется рюкзак снять. Проход-то узкий. Вот. 5 сентября 2011 года. А вот тут его портрет. А в мундире. Убит он был Багровым. Сотрудником охранного отделения. И одновременно сотрудником боевой, по-моему, эсеровской организации. Уже террор был на спаде, 11-й год. Самые славные времена террора были позади. Даже, по-моему, не эсеры, а анархистские организации. Вот, сотрудничал с анархистами. И анархисты сказали, либо тебе крышка, либо ты убьешь Петра Аркадьевича. А поскольку он был сотрудником охранки, получил пропуск в театр, по-моему, в оперный театр киевский, где была опера Садко, и там должен был присутствовать Николай II и Столыпин. От охранки получил билет на представление. Багров принес с собой пистолет. В портере, подойдя к Столыпину, ранил его смертельно. Что интересно, Столыпин посмотрел ложу, где находился государь-император Николай II с императрицей, как кажется. И одной рукой, а левой прижимая рану кровоточащую, правой рукой перекрестил царя. Знал, что умирает. Но царь, кстати говоря, не проведывал в больнице Столыпина, по-моему, какое-то время жил. У царя была возможность с ним лично попрощаться. Вообще загадочная фигура Николая II. Достоинство императора, конечно, требовало приехать. Но характер помешал. Возможно, жена отговорила. Нашлись оправдания, короче говоря. Нашлись оправдания там, где их не должно было быть. А Багров был повешен на Лысой горе, там, где находился форт, за Южным мостом. Суд был скорый, по таким делам вообще в операциях России суд был скорый.
Ну и приговор был повешение. Тело его не удавалось родственникам на погребение. Родственники у него были богатые. Кстати, он был из очень богатой семьи. Забыл, чем занимался его отец. Промышленник, по-моему, какой-то был. Это я, Павел, снимаю видео о Петре Аркадьевиче Столыпине, об его убийстве Багровом. Вот, решил все-таки снять. Ага, зайду я на секунду сейчас. Ну, просто зайду. Я на финальное. А я сюда собирался сегодня в любом случае этот сюжет снять. Поэтому я думаю, чуть задержусь. Ну ладно. Человека, я пришел в мир, разломится на свете, за твоей душе, сидит и слугами, и с вами с тобой.